Доброго времени суток! Наверняка из вас многие задавались вопросом, как приготовить быстро булочки на завтрак. Я вам показываю один из рецептов. Это произойдет все очень быстро. Я уже поставил печку на 200 градусов вверх-вниз и начинаю сразу готовить. Берем, естественно, все ингредиенты, они будут стоять ниже этого видео, поэтому посмотрите, что нам необходимо. Я беру муку, беру разрыхлитель, соль, сахар. Сначала я это все перемешаю, а затем добавляю яйцо, добавляю йогурт, тоже это все перемешиваю. И добавляю масло. Соединяю все вместе. То есть, ну, рецепт настолько простой. Это прям как вот мгновенный хлеб, это мгновенные булочки. То есть мы здесь тоже будем тесто замешивать где-то около 5 минут. Максимально печку я уже поставил. То есть это получается как бы мгновенные булочки. Делаются на самом деле очень-очень быстро. Тесто на самом деле получается очень мягким, поэтому удобнее, конечно, его делать в какой-нибудь посуде, чтобы он не прилипал к скатерти, или же если у вас рабочее место такое, ну, жесткое, то можете там, мне удобнее его в чашке замесить. Итак, прошло 5 минут, делю тесто пополам, делаю такую колбаску. У нас должно получиться 8 булочек. Теперь что мы делаем? Вовнутрь вот так вот залепляем. Вы можете их сделать круглыми. Я их сделаю такими вот более овальными. У меня уже готов здесь противень с пергаментной бумагой. Туда сразу кладу булочки. Я даже сделаю, наверное, 4 таких и 4 таких. Посмотреть, как это получится. Ну, 4 круглых, 4 овальных булочки. Но это самые быстрые булочки, которые вообще можно приготовить. Теперь мы берем острый предмет. То есть булочки надо положить на таком более-менее далеком расстоянии друг от друга. Что я и сделаю. Потому что они у нас в размере должны увеличиться. И делаем разрез. Разрез примерно 0,5 сантиметра. Все, я надрезал их, теперь я беру немножко муки, посыпаю сверху, прям буквально немножко. И все, отправляю в духовку на 200 градусов, сверху снизу, примерно 20 минут. Ну что, дамы и господа, вот как получились булочки, вот так они выглядят. Сейчас им дам совсем малость остыть, хотя у меня всегда терпения на это мало. Ну, они пропеклись хорошо. В общем, им надо дать немножко остыть. Ассистент сегодня у меня отсутствует. Моя супруга, она проводит сейчас вебинар. Поэтому буду пробовать сам. Мне прям интересно, как она будет выглядеть изнутри. Вот как вы видите. Так, теперь я хочу попробовать с маслом. Блин, варенья еще не хватает, я бы даже со сгущенкой попробовал. По вкусу очень нежная, она даже больше напоминает какой-то кекс.
Интересно. Обязательно попробуйте и напишите в комментарчиках. И, конечно же, не забывайте подписать на мой канал. Пошел попробую с чаем и с вареньем.